Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Ритон ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Тема у нас сегодня необычная, на мой взгляд. Мы говорим о культуре. Издание «Новое известие» в разделе «Культура» именно на днях опубликовало очень любопытную статью, на мой взгляд, «Пришедший из ниоткуда. Кто стоит за проектом Моргенштерн?». Начинается статья так. Интервью рэпера Моргенштерна популярному блогеру Дудю за пару дней посмотрело почти 20 миллионов человек. Совсем недавно 22-летний Моргенштерн, настоящее имя Алишер Тагиирович Валиев, был признан человеком года по версии популярного журнала GQ. Другой влиятельный журнал Forbes Россия включил его в список 40 самых успешных звезд страны до 40 лет. Он занял почетное 21 место с 1,5 миллионами заработка долларов за прошедший год. Конец цитаты. Помочь разобраться в перипетиях современной российской культуры я обратился к известному музыканту, продюсеру, поэту, певцу, суперкритику Александру Елину. Саша, добрый день, рад тебя приветствовать, в полном здравии. Здрасте, да. Единственное, что я, конечно, не певец и не музыкант, но все остальное чистая правда. Ну, ладно, да, я не буду это комментировать, не суть важна. Да. Хорошо, это не суть. Хотя я считаю иначе, но это моя критическая точка зрения к твоему творчеству. Хорошо. Саш, я решил построить наш разговор, почти весь наш разговор, на неких цитатах из этой статьи, мнения компетентных, я думаю, да, надеюсь. Да, я с Вадимом хорошо знаком, да, и отлично понимаю его взгляд на... Да. Вот, да. И первую цитату, которую я хочу привести, это в этой статье приводится статья музыкального критика, как пишут, гуру Кен Вадим Пономарев. Да. Так вот, он, отвечая на вопрос о причинах популярности Моргенштерна, сказал: «Моргенштерн – это его величество-быдлячество. Моргенштерн актерски создает образ меч-дебилов и зарабатывает на этом. Ну просто время изменилось, раньше были секс-символы, а теперь бабло-рэперы. Он абсолютно подходит под их запросы, а это наша молодежь, любите их. Нужна мечта, и это уже не Киркоров в перьях, а Моргенштерн, сжигающий деньги». Конец цитаты. Саш, скажи, пожалуйста, в российском современном музыкальном искусстве это и есть фактически формула успеха, как я понимаю? Ну, я бы поуточнял бы некоторые термины, потому что без них мы не разберемся в проблеме. Во-первых, это никакая не российская история, это история общемировая. Это не смена моды, это смена технологий, конечно же. Приходит на смену там, условному общению в Фейсбуке короткое вертикальное видео для ТикТока, и какие-то люди мгновенно седлают эту лошадку и взлетают к вершинам популярности. Да? Та же самая история происходит, скажем, там, с Инстаграмом, в котором есть свои технологии продвижения, свои герои, там люди с миллионами подписчиков и так далее. Значит, что такое Моргенштерн? Ничего нового не произошло. То есть рок-н-ролл там начала 60-х и конца 50-х, и там панк-рок 70-х и так далее, можно долго перечислять музыкальные стили, которые я уже даже застал в силу своего возраста, все они начинались как искусство для школоты, то, что называется, то есть для подростков. Угу. Его начинали, как правило, выходцы из этой среды, никогда не какие-то взрослые дяди, которые что-то просчитали, потому что для того, чтобы быть своим среди подростков, надо говорить на новом подростковом языке. Новый подростковый язык появляется каждый, там, может быть, раньше каждые 8-10 лет, а сегодня, может быть, каждые 2-3 года. Саша, извини, да. Но его язык коренным образом отличается от языка, скажем так, «Ласкового мая»,
30-летней давности. Конечно, я же говорю, что молодежный язык меняется с годами. Если, если поздний советский, там, «Ласковый май» или там «Руки вверх», еще, по крайней мере, как-то немножечко себя держали за руки и не разговаривали ровно на том языке, а иногда только, ну, хотя бы точно пели, если это можно назвать пением, о проблемах, интересующих реально подростков, да, то здесь о проблемах подростков еще и нынешние рэперы, там, во главе с Фейсом, Моргенштерном, и там несколько десятков фамилий героев Инстаграма, я не обязан их всех знать, вот, но некоторых, увы, знаю, да, но, увы, опять же, я говорю, как человек взрослый, у меня борода седая, но я прекрасно понимаю, что таков мир, что ничего с этим сделать нельзя, что когда Вадим Пономарев, он же Гурукен, говорит о том, что здравствуйте, быдлячество, это абсолютно неправильный снобский взгляд на молодежь, которая всегда такая, которую всегда люди, особенно которые оседлали какую-то молодежную тему, и вдруг они начинают быть сбитыми летчиками, тема уходит, ее носители, им уже там 28, потом 34, они уже вписались в работы, в истеблишмент, они обзавелись семьями и вышли вот из этого пубертата, который сносит крышу молодежи, они начинают как бы относиться к молодежи уже презрительно. Что это за музыка, что это за голоса, что это за вкусы. Это совершенно всегда так было. Битлз обвиняли в том, что у них не те голоса и что гитарная музыка скоро выйдет из моды. Вот. Тем не менее, ничего этого не произошло ни тогда, ни произойдет сейчас. И это, конечно, никакое не быдлячество, просто молодежь обрела голос. Потому что у молодежи проводник ее голоса в мир, вот он в кармане, это мобильный телефон. Сегодня можно снять на мобильный телефон видео, тут же его обработать и тут же его отправить в сеть. И глядишь, действительно, каким-то там каким-то мемом зацепиться за публику и так далее. Поэтому, ну, я думаю, что Моргенштерн лет в 13 начал этим заниматься, и то, что он за 9 лет стал миллионером, но эта история, может быть, даже похожая на историю любого российского олигарха. Вот только начал там в 89-м, в 90-м кооперативы, и вот уже к 99-му году миллиардер. Саш, еще одно мнение из этой статьи. Политический аналитик, как там написано, политолог, он в наших программах часто выступает, Илья Грищенков так прокомментировал историю успеха. Для школьников Моргенштерн очередной кумир, а люди за 30 в ужасе требуют убрать это куда-нибудь. При этом проект коммерчески суперуспешен, за ним стоят, внимание, люди из администрации президента России, башкирского правительства, в интервью Дудю даже фигурирует семья Кадыровых. Поэтому с точки зрения культурологического феномена, трэп – это не только музыка, но и удовлетворение запроса на так называемую новую искренность. Конец цитаты. Саш, ты находишься внутри культурологических процессов, происходящих и в мире, и в России. Зачем, скажи, пожалуйста, Кремлю, башкирскому правительству и семье Кадыровых новая искренность в исполнении Моргенштерна? Может быть, ты видишь это? Ну, понятно, что власть, которая находится в неизменяемом и невменяемом состоянии уже 20 лет, она понимает и видит вокруг себя эти процессы в Беларуси, еще где-то, оранжевые революции, пугается разных жупелов, да? Поэтому, конечно, она пытается работать на упреждение. Сегодня к генералам ФСБ приходят их дети, приходят их внуки, приносят новые имена, и они задумываются, среди кого, кем будут руководить их внуки, ими назначенные на продолжение как бы царствования. Да, понятно, что у нас в этом смысле все очень по-восточному, да, и преемники есть не только на самом высоком месте, но и так дальше, и так дальше. Вот. И, конечно, они стремятся себя, во-первых, обезопасить. Для этого люди вроде Моргенштерна, у которых реально миллионные аудитории, ну, посмотрите, там, сколько людей живет в России, сколько просмотров на клипах Моргенштерна. Это означает, что буквально каждый третий человек посмотрел... Там миллионы, да, и я поинтересовался. Да, ну там 50-60 миллионов просмотров. То есть прямо реально. Поэтому в тот момент, когда будет какая-нибудь острая ситуация, а ведь она уже была только что в Белоруссии, да? Когда Моргенштерн абсолютно независимо ни от чего приехал на концерт в Минск, и вся эта школота пришла и стала прокачивать тему вот Лукашенко и так далее... Он с холодной, циничной улыбкой сказал, что мне пох.
Да. Да? Это так называется его песня, и так называется его жизненная позиция. Mm-hmm. Любая песня прямо в первой строчке, вот если вы послушаете Моргенштерна зачем-нибудь, например, то уже прямо в каждой песне, буквально в первых двух строчках, обязательно есть слово «секс», есть или его аналоги более как бы обсценные, либо слово «деньги», либо слово «наркотики». Да? Ну, то есть не «наркотики», а «догнался», там, и так далее, и так далее. То есть вот эта тема «секс, дракс, and рок-н-ролл», которую когда-то осуждали, которая была уже теперь просто в какой-то архаичной древности, в молодость там, моего поколения, она никуда не делась, все то же самое и осталось. И действительно, в мире, где очень много соблазнов для молодого человека, где он видит, как шикарно живут богатые люди, любой школьник, начиная с 13 лет, начинает думать: деньги, деньги, где взять деньги? Особенно если родители обычные люди, если ему не дают денег, как говорится, из семейного бюджета столько, сколько он просит. Но я и не знаю таких случаев, но человек может расти в роскоши, это не значит, что ему не нужны дальше деньги. На свои нужды, да, которые обозначены. Да, никто... Моргенштерн, на вечеринке деньги обычно не дают родители. Да, как ему... я понимаю, зеркало этого поколения, потому что то, что я прочитал, в 11 лет он лишился папы, который умер от алкоголизма. Вот. Саш, еще одна, с твоего позволения, цитата. Господин Пригожин в интервью говорит: «Москва», Пригожин, от которого Иосиф, музыкальный продюсер, прокомментировал тоже интервью Дудю Моргенштерна, и там он сказал: вот вам и поколение, которое уродует нашу молодежь. Если вам нравится купаться в славе Моргенштерна, в том, что он ругается матом и снимает штаны со сцены, пожалуйста, выбирайте себе кружок по интересам. Дудь тоже хайпует, приглашая Моргенштерна, а тот, в свою очередь, хайпует на аудитории Дудя. Вот такой обмен блевотиной. Конец цитаты. Может быть, Иосиф Пригожин просто ревнует Моргенштерна к коммерческому, прежде всего, успеху. Саш, извини, да. Я добавлю просто, я фрагментарный, я не мог смотреть все интервью Дудю, потому что меня коробит от мата в эфире, я уж такой старорежимный. Вот. Но даже мне попались кадры, где Дудь беседует с автором музыки для Моргенштерна, и тот называет своего коллегу, своего, я бы сказал, сокамерника, никак иначе, как эпатажный дурак. Так может быть, все-таки в словах Пригожина есть доля сермяжной правды? Ну, во-первых, я бы, знаете, как сейчас делают пальчиками, слова «эпатажный дурак» поставил бы в кавычки. Эпатажный дурак – это его образ. Да-да. Да, чтобы до конца выдержать образ, конечно, нужно в него вжиться, и нужно быть талантливым человеком, безусловно, потому что таких эпатажных дураков пучок сегодня 3 копейки, да, а пучков этих отсюда до Луны. Потому что любой, опять же, школьник 13 лет проходит этот период соблазна, когда не надо учиться, не надо постигать тайны какой-нибудь сложной профессии, да, там, изучать электрические токи в микросхемах, физику, химию, какую-то медицину, какие-то серьезные специальности, где на дурачка не проскочишь, да. А он думает: а вот же легко, я сейчас наснимаю видосов, на это самое, покорячусь, там, я не знаю, покажу какие-нибудь неприличные места, скажу неприличные слова, и вот она слава, и вот оно бабло. Да, ну, конечно, это, конечно, глупость. Никакого бабла и славы не бывает. Это проще выиграть в лотерею, чем стать Моргенштерном. Но некоторым действительно везет больше, чем в лотерею. Поэтому, во-первых, по роду службы я видел несколько клипов Моргенштерна. Он органичный. Он умеет брать там аккорды на гитаре, когда ему надо показать, что он там шоумен, рокер, что его не зря позвали на сцену, он не теряется, он отлично разговаривает с Дудем. То, что Дудь не приглашает Пригожина, а если и пригласит, то никаких 20 миллионов там близко не будет, потому что чем интересен Пригожин? Что может интересного миру поведать Пригожин? Он брал интервью у Путина, Пригожин, там было всего 200 тысяч просмотров. Пригожин, как говорится, из
музыкальных продюсеров, каким он действительно был, может быть, лет 20 назад, да, когда продюсер — это значит пушер, да, то есть ты просто умеешь открывать нужные двери, заносить mm-hmm. нужное бабло за ротации и так далее. Он из продюсера превратился в персонажа вот этих вот бабушкиных и дедушкиных ток-шоу, где надо рассказывать о грязи в семейной жизни, где надо кого-то поливать и так далее. Поэтому для того, чтобы ему в эти шоу прийти и, как бы, может быть, даже и заработать на этом денег, да, ему надо начать с того, что все вокруг блевотина, что кто-то уродует молодое поколение уродует само молодое поколение из года в год тысячелетиями. Хочу я сообщить господину Пригожину, если он этого не знал. Да, Саша, последний вопрос, но опять же задаю как человек старорежимный, то, что называется. Насколько я знаю, в России с 1 июля 2014 года вступил в действие закон, запрещающий, я цитирую, использование нецензурной лексики при публичном исполнении произведений литературы и искусства, народного творчества, в театральных постановках, на концертах и других зрелищно-развлекательных мероприятиях, а также в СМИ и при показе фильмов в кинотеатрах. Конец цитаты. Скажи, пожалуйста, на Моргенштерна и Дудя этот закон не распространяется, или сумма штрафа за это ничтожная мала, и они ее просто не замечают? Ну, смотрите, во-первых, как известно, строгость российских законов искупается необязательностью их исполнения. Да, да, это банально. Больше 100 лет назад было. Во-вторых, вещание в Ютубе — это вещание на частной платформе, которая принадлежит Гуглу, который никакого отношения к российским законам в общем не имеет. Да, то есть для этого нужно запретить Ютуб в России. Потому что это не количество мата в разговорах Дудя с его этими ребятами, у которых он берет интервью, и дамами, оно намного меньше, чем на других каналах. Я уже не говорю там про градусы ненависти, которые бывают mm-hmm. в разных местах. Потом, слава богу, на больших концертах это не распространяется ни на кого вообще. Здесь Моргенштерн ни при чем. Пожалуйста, группа «Ленинград» спокойно матерится на концертах. Да. В том, что сегодня Шнур — абсолютно телевизионный персонаж. Главный редактор RTVI, насколько я помню, да? Если я ничего не путаю. Ну и, слава богу, моей небольшой группе «Рапфак» это тоже никак не мешает. Мы поем совершенно спокойно матерные песни в клубах. Ну, в смысле, употребляя обсценную лексику. Mm-hmm. У нас нет матерных песен. Это какой-то старорежимный термин тоже. Mm-hmm. Да, мы употребляем, потому что народ так говорит. Что мы можем с этим сделать? И не только мы. Я с друзьями читаю стихи, в которых полно обсценной лексики. Мы даже так и называемся мастера непечатного слова. И так далее. То есть примеров много. Люди спокойно употребляют обсценную лексику. Мне кажется, что нам на шлепке 18+, достаточно, чтобы не было никаких претензий. Mm-hmm. Саша, огромное спасибо за это блестящее интервью. Спасибо, здоровья прежде всего, и главное, успеха, в том числе и материального. Спасибо в наше непростое время. До новых встреч, Саш. Спасибо, рад был видеть. Спасибо, до свидания. Пока. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч.